Физкульт-привет, ребята! Это канал Спорт Эра. Меня зовут Андрей Колосов. И я напоминаю, что ключевая тема – это национальный спорт России. И семья Федотовых домой везет вот такого красавца. Как тебе праздник? Мне очень понравилось. А что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось награждение. А участие где, в каком конкурсе? С горочки съезжать. С горочки съезжать. И вот так вот с горочки до третьего места. Съехали и доехали до третьего места. Продолжали свои традиции и обычаи. С помощью музыки делали разные акробатические элементы. Кстати, их более 50 в этих единоборствах. ШОС – это Шанхайская организация сотрудничества. Во дворце спорта «Юбилейный» вас ждет 10 боев. Что ж такое? Ну все, я понял, я получил бубен уже. Ё-моё, до чего техника дошла. Товарищи гроссмейстеры, теперь не надо искать партнера. Покупайте роботы себе и играйте. Подскажите, а что здесь происходит? Это шахматный робот. Играет с тремя одновременными игроками. На сайте я видел, что есть русская игра, категория, русская забава и этноспорт. Почувствуй себя Владимиром Осиповым или Тайгером Вудсом. Ну, на минималках, конечно, потому что это мини-гольф. А если сломается робот, вы будете его заменять? Будем чинить. А будете чинить? А сами не будете играть? Нет. Едим на скорость тоже. Едите? Да. Так, а этот где конкурс? Куда нам нужно идти? Или сейчас как раз пойдете после... Это у нас дома.